все хорошо. Девочки! Ты откуда? Из Макеевки. Как зовут? Нина. Сколько лет? 18. А в своем городе работала? Ну да. Анальным сексом занимаешься? А что надо? Нет, не обязательно. Больше будешь зарабатывать. Тебе уже сказали, сколько? Нет, кто? Кто-кто? Джексон. Легок на помине. Так, что стоим? Чего улица пустая? Ладно, не злись, мы на минутку подошли, познакомимся. Я тебя сейчас познакомлю, давай иди работай. Проблемы, шеф? Да какие проблемы? Работай. Как обычно. Жвачку плюнь. Короче, у них сегодня субботник. Ну, то есть это у нас с ними субботник. Так что, девочка, отработаешь. Здрасте. Опа-опа. Так, подруга, ты чё? Кто тебя так отделал-то? Сара. За что? Тихо, тихо. За то, что у него член маленький, я сказала. Ну кто про такие вещи-то говорит? Ты живешь где? Я пока нигде еще. Я тут на точке сегодня первый день. А живу еще нигде. Понятно. Ладно. Короче, ты иди работай. Я ее к нам отведу. Ну куда ее в таком виде? Людей так пугать. Так еще примут. Да? Да. Ходить можешь? Вставай. Пошли. Да, пошли. Нормально? Слышь, а кепка твоя? Привет. Ну что, пришла? Иди работай. Москва, иди работай. Я тебя предупреждаю, у меня хреновое настроение. Предупредили уже, я тебя тоже предупредить хочу. Ну? Сегодня одну новую девочку менты на субботник забрали. Ну и что, ты тоже отрабатывала. Все с этого начинают, она же не на юга приехала. Да не успеет отработать, помрет, если они беспредел творить будут. Ты что, хуела, блядь? Ты не понимаешь, куда ты свой жидерский нос суешь? Какие дела? Я по отчиму Бермана, а с мамой мы Масютина. Была бы Масютина, не попал бы в болото. С тебя 500 деревянных за неуважение к начальству. Слушай, Джексон, а сколько стоит тебя нахуй послать? $100. Записывай. Я записываю. Джексон, иди ты нахуй. Хорошо, $100. А сколько стоит при всех послать? Ой, иди ты, а! Сука, распустились. Видно, не пиздил давно никого. Привет рабочему Вьетнаму! Я сюда воду будем собирать. Да, сейчас.